случае, если вы задумались о приобретении чего-то новенького, мощного и мобильного, то стоит присмотреться к игровым ноутбукам, о которых я сейчас расскажу. Открывает эту небольшую подборку MSI Katana 17. Это мощный игровой ноутбук, выполнен в стильном дизайне, прекрасно подойдет для геймеров среднего уровня и пользователей, которым необходимо мобильное и производительное устройство для работы в требовательных программах. 17,3-дюймовый IPS-экран с разрешением 1920 на 1080 пикселей позволит комфортно провести время за играми и не упустить никаких важных деталей во время рабочего процесса. За производительность отвечает 8-ядерный процессор Intel Core i5-13420H. Работает этот чип на частоте 2,1 ГГц, но в режиме Turbo Boost с легкостью разгоняется до 4,6 ГГц. Видеокарта, хоть и не самая мощная, это NVIDIA GeForce RTX 2050 на 4 ГБ, но со своими задачами в большинстве современных игр справляется. Оперативной памяти 16 ГБ DDR5 с возможностью расширения до 64 ГБ. За работу операционной системы и хранение данных отвечает SSD M2 2280 на 512 ГБ. Надо иметь в виду, что ноутбук поставляется без предустановленной операционной системы, поэтому установить и оптимизировать ее придется самостоятельно. Как оптимизировать Windows, например, отключить ненужные службы по типу телеметрия, либо слежка за вашими действиями, вы можете узнать из моего ролика «Полная оптимизация Windows». Подсказка появится в конце этого ролика. Или скачать уже готовый вариант, но для этого вам необходимо подписаться на мой канал в Boosty. И там же я смогу проконсультировать вас по любым интересующим вопросам. Ссылку оставлю в описании. Для тех, кто ценит не только производительность, но и компактность, MSI GF63 будет отличным решением. За производительность отвечает 8-ядерный процессор Intel Core i5-12450H, который работает на частоте 2 ГГц. Видеокарта по сравнению с предыдущим ноутбуком уже получше – NVIDIA GeForce RTX 4050 на 6 ГБ. Оперативной памяти 16 ГБ DDR4 с возможностью расширения до 64. Место для хранения уже побольше, и в этой комплектации установлен SSD на 1 ТБ. Операционная система, как и в предыдущем варианте, отсутствует. Что с этим делать, вы уже знаете. И завершает эту коротенькую подборку Mega Monster, который потянет абсолютно все игры и тяжелые программы. И зовут его MSI Vector 17. Это решение уже для профессиональных геймеров и тех, кому нужен компьютер для 3D моделирования и работы в очень требовательных программах. Этот ноутбук оснащен 24-ядерным процессором Intel Core i9-13980HX. Базовая рабочая частота 2,2 ГГц. В режиме разгона 5,5 ГГц. Видеокарта значительно мощнее предыдущих вариантов, и это NVIDIA GeForce RTX 4080 на 12 ГБ графической памяти. Оперативной памяти в базовой комплектации 16 ГБ, но ее можно расширить до 64. Поставляется, как и все предыдущие варианты, без операционной системы. Если какая-то из этих моделей понравилась, купить очень хочется, но денег не хватает, на этот случай тоже есть решение. С кредитной карты от Т-банка вы без проблем сможете порадовать себя новыми гаджетами и новыми возможностями. А беспроцентный период до 12 месяцев позволит еще и ничего не переплачивать. Переходи по ссылке в описании, оформляй карту, и ты получишь пожизненное бесплатное обслуживание. Ссылки на актуальные цены будут в описании. С вами был Андрей Павломарчук. До новых встреч!